сообщает ТАСС, что впервые за почти 3 месяца Путину опять позвонил Макрон. Не сообщает только ТАСС. О содержании президентов разговора. Вот и все, что написано в сообщении ТАСС. И поскольку понимание, что любовь, в общем, дар прекрасное увидеть, в мир не понесет, в мире не один поэт пустозвон. Поклипов записи с этим пониманием и в 77 лет не уменьшается у меня задора. Вот. Каждый день с утра до вечера, в том числе вот в такие прекрасные, солнечные, теплые августовские дни. Потому что делаю, что должен, и пусть будет, что будет.